Только что прошла презентация российских регионов, в том числе и Вологодской области. Я считаю, что перспективы сотрудничества и прежде всего в туризме есть у всех регионов, которые были представлены. Ну и, конечно, в Вологодской области. Мы сегодня видели, что это действительно динамично развивающийся регион. Видели родину Деда Мороза, все, что происходит. И я думаю, что есть интерес у сербов, потому что есть определенный контраст в том же климате, допустим. Сербы привыкли здесь тепло, Вологодская область, там, в общем-то, более северный регион. Тем не менее, интерес к чему-то непознанному, к чему-то новому, он, безусловно, существует. Я думаю, должно быть время, нужно устанавливать контакты с теми же агентствами туристическими, региональными, сербскими агентствами, искать общие точки соприкосновения. Желание есть, действительно есть. И я думаю, что может быть все это востребовано. Впечатления самые позитивные, потому что такой масштаб вот этого мероприятия, настолько сильная представительская аудитория, очень сильно представлен бизнес, разнообразие продуктов. И что самое важное, все они очень заинтересованы в России, да, в частности в Вологодской области, которая присутствует здесь в участниках российской делегации. Перспективы, они всегда хорошие, да, самое главное заинтересовать, да, и наладить деловые связи. Ну, если говорить грубо, то по моему возвращению на родину, да, я передаю контакты, налаженные здесь, нашему бизнесу, и уже дальше работу должны проводить именно они, да, потому что презентация как раз может быть, да, система продвижения, это может быть частично дело государственное, да, и таких учреждений, как мое, но система продаж – это уже бизнес. Поэтому дальше будет видно, я надеюсь, что они поговорят на одном языке, и у них все получится. Я думаю, что им будет очень интересно увидеть, как промыслы живут, да. Обычно же промыслы просто сохраняют, да, и ставят как музейный экспонат. Да, в Вологодской области они живут. Я о них сегодня рассказывал, да, ну, начиная с кружевоплетения, да, и заканчивая чернением по серебру. Я думаю, что в Сербии, может быть, их и сохраняют тоже такие промыслы народные, древнейшие, да, но Вологодская область – это очень показательно в этом плане. Вот, и они, я думаю, будут искренне поражены вот этой ситуацией, потому что сохранение традиций и их жизнь, ну, это очень важно.